Из цветков одуванчика можно приготовить целебную настойку. Для этого понадобятся цветки одуванчика и водка или очищенный самогон, или домашняя водка. Вот у меня 1 литр домашней водки есть. Я насыпала в 2-литровую банку цветки одуванчика. Это примерно 700 грамм одуванчиков у меня получилось, цветков одуванчика у меня получилось. И сейчас залью их водкой. Закрою крышкой и дам настояться в прохладном темном месте 1,5 недели, периодически встряхивая. Вот я залила водкой. Закрою сейчас крышкой и поставлю в прохладное темное место. Буду периодически вот так встряхивать. Эта настойка имеет целебную силу. Вы можете познакомиться с этим, с лечебными свойствами, с описанием лечебных свойств настойки на нашем сайте «Просто знаем». Будьте здоровы! Используйте целебную силу растений!